Заместитель председателя правительства Российской Федерации, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев посетил новый физкультурно-оздоровительный комплекс школы номер 70 Владивостока. Юные спортсмены по киокусинкай рассказали, что им нравится заниматься этим видом спорта в комфортных условиях. Я вам желаю успехов, всего вам доброго. И вот у нас Киокушин формулируется как путь достижения истины. Я хочу, чтобы каждый из вас эту истину для себя нашел. Удачи! В физкультурно-оздоровительном комплексе днем занимаются дети, а вечером проходят спортивные занятия для взрослых. Занимаемся мы здесь очень с удовольствием. Он появился самое в то время, когда нам это необходимо было, чтобы детей дисциплинировать, сделать их сильными, здоровыми, чтобы они вместе занимались и развивались. Мы занимаемся, практически занимаюсь каждый день. С утра занимаюсь школьниками, вечером уже профессионально преподаю киокушинкай. У жителей в поселке Трудовое становится все больше возможностей для занятий спортом. Вскоре планируется обновить еще и футбольное поле. Детям нравится сам факт наличия здесь новой спортивной инфраструктуры. Причем спортивная инфраструктура у нас же разноплановая. За спиной ФОК, да, который посвящен единоборствам. Площадка для занятий экстремальными видами спорта. Хорошая площадка для воркаута. Плюс на этой территории расположена коробка для хоккея. В этом году мы хотим зайти на футбольное поле. И получается, что 70-я школа будет обеспечена всеми возможными или необходимыми смыслами для занятия спортом. Поэтому я уверен, что детям, когда они придут сюда на территорию, будет достаточно этих смыслов. Территория живет своей полноценной жизнью, ну и, конечно, живет сам ФОК, поэтому таких объектов должно быть на территории города только больше. Ранее в рамках национального проекта образования физкультурно-оздоровительные комплексы также возвели в школах номер 56 и номер 78. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.